Самое интересное – интрига. Никто в команде не знает, что ждет его за дверью. Поэтому инструкции организатора слушают особенно внимательно. Вдруг удастся выведать какой-нибудь секрет. Задание вы будете выполнять по цепочке. Переход от одного задания осуществляется после того, как вы справились с предыдущим. Ребята, которые у нас в воскресенье участвовали последние, они единственная команда, которая выбралась из комнаты, это были все мальчики. Время пошло. Участникам дают первое задание и оставляют наедине с загадками. Главное – все хорошенько обдумать, обсудить и обследовать. Среди учебных материалов мы обнаружили интересный конверт. В нем содержалась шифровка и фотография. Ваша задача, студенты, разобраться, что это значит. Каждая секунда на счету. Самая главная ошибка, я думаю, тут не надо мыслить узко. Тут такие задания, что вроде бы ответ кажется очевидным, но все-таки это какая-то другая вещь получается. Квадратный лицемок. Так, сколько пар у тебя сегодня было? А в Сибири пар нет вовсе. Я немножко подслушивала. В принципе, все проходит очень мирно. Ребята друг друга слушают, стараются как-то вместе, сплоченно действовать, находить ответы. В Архангельске появляется все больше комнат, из которых нужно выбраться. Менее экстремальные, чем популярный ранее «Ночной дозор», они все же заставляют почувствовать себя героем необыкновенных приключений. Валерия Пуминова, Евгений Зыков, «Панорама Севера».